Волонтеры, прибывшие на форум «Маяки дружбы» Башни Кавказа, приняли участие в экологической акции по очистке берега моря. Участники разделились на несколько групп – горцы, кунаки и джигиты. Вооружившись мусорными мешками и перчатками, они приступили к уборке. Слоган нашего проекта – «Помогать, познавать, рассказывать, дружить». И суть проекта в том, что мы совмещаем различную деятельность. Мы помогаем, например, как сейчас мы очищаем пляж от мусора, стекла, вторсырья. К эко-акции присоединились и автор проекта Руслан Гусаров, и министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов. Последний отметил, что сохранение чистоты пляжа необходимо для улучшения санитарного состояния и красоты прибрежной зоны столицы.